Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Евгений Филимонов, и вы находитесь на канале питомника «Хвойный дворик». По многочисленным просьбам мы открыли прием предварительных заказов на осень 2023 года. Итак, уважаемые друзья, порядок приема предварительных заказов на осень 2023 года не изменился. Вы делаете заказ, прошу заполнять все данные правильно и указывать действующую электронную почту, потому как на нее будет приходить информация по вашему заказу. После того, как мы обработаем ваш заказ, к вам на почту придет письмо подтверждения, где будет вся информация по оплате. Сумма минимального заказа на нашем сайте 2000 рублей, в принципе, как и была, плюс оплата за доставку. Уважаемые покупатели, прошу соблюдать минимальные партии позиций. Неоплаченный заказ не является бронью. Отправка оплаченных заказов начнется с 15 сентября. Ну, там будем смотреть по погоде, опять же, будет видно как-то. Также вы можете сделать заказ на весну 2024 года. Хочу обратить внимание, что цены в сезон, то есть 15 сентября, будет изменяться в сторону повышения. Вся информация по оплате и доставке, отправке есть на сайте и на YouTube-канале. Там вы можете ознакомиться не только, как мы отправляем и упаковываем. Там можно ознакомиться, как садить, как выращивать сеянцы хвойных растений. Для самовывоза. Самовывоз желательно тоже посетить наш сайт, осмотреть там все, посмотреть наши позиции, цены знать и сделать заказ. И тоже желательно забронировать, чтобы не получилось так, что к сентябрю той позиции, которую вы бы хотели, ее не было. По всем вопросам прошу обращаться по телефонам, указанным на сайте. Также, чтобы иметь актуальную информацию, подпишитесь на наши сети. Ссылки будут в описании под этим видео. На сайте также есть и номер для WhatsApp, поэтому пишите, по мере возможности я буду отвечать. На этом все. Всего доброго. Удачи всем.